Регулярное первенство области по тайскому боксу, а зрители и прессы – полный зал. Справедливости ради, эти соревнования в Пионерском всегда проходят на высоком уровне. Но теперь и повод был дополнительный – чествование недавних призеров и победителей первенства России. Таковых семеро, и всем им было адресовано напутствие от главы региона. Антон Алиханов признался, что сам в единоборствах с детства, поэтому по достоинству оценивает достижения земляков. В числе почетных гостей турнира была и пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко. Исполняющая обязанности заместителя председателя областного правительства увидела поединки самых маленьких бойцов, некоторым из которых только-только исполнилось 6 лет. Смелые малыши настолько впечатлили именитую спортсменку, что она даже отправилась лично успокаивать самого распереживавшегося. Мальчик молодец, он очень маленький, действительно. Я когда увидела его на ринге, я была удивлена, потому что он старше моего ребенка всего на несколько лет. И он занимается таким серьезным видом спорта, и он уже победитель. Поэтому все у него будет хорошо. По-другому и быть не может. В этом вас убедят и родители, некоторые из которых уже и не мыслят себя вне единоборства восьми конечностей. Знакомьтесь, Елена Иванова из Гусева. Ее дочка недавно выиграла то самое первенство России. А мама сдала экзамен на стартовую судейскую категорию и отработала боковым рефери на домашних соревнованиях. Теперь она точно знает, каково это быть и любящим родителем, и беспристрастным судьей. Пусть будут судьи всегда правы. Ну пусть будет так. Все равно, если ваш ребенок старается, занимается, он все равно придет к первому месту, по-любому. Главное, чтобы ребенка та же мама, тренер наставили на то, что вперед, только вперед за победами. Один из тех, кого по делу поздравил губернатор Егор Якимов, сын президента региональной федерации тайского бокса, регулярно выступает на всероссийской и международной арене. Стал он третьим и на первенстве страны в Кстово. Ему привычно побеждать, но и проигрыши, как истинный чемпион, он не забывает. Ну, мой самый тяжелый поединок был на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде. Я проиграл нижегородскому сопернику. Еще отравился в этот же день. И было очень тяжело боксировать. Участниками областного первенства стали 100 с лишним человек, представляющие не только Пионерский и Гусев, но и Светлогорск с Калининградом. Что же касается лидеров этой возрастной категории, то им уже в августе доведется побывать на родине любимого спорта. Ведь первенство мира, где выступят гусевцы Михаил Сташко, Ангелина Дозорнова и Маргарита Войтович, этим летом пройдет в Таиланде.